В общем, вы готовьтесь, потому что у меня сейчас будет больше хилов. Ой, ёп. Так, хилов не хватает очень. Падение, падение. Падение. Да рухни ты, блин, ядро. Лучше бы упал ядром на землю. Вот вы, вы офигеть, там всего хилов. А ты далеко ушел, блин. Вот вы ведрины, а. Да упади ты. Я уже тупо падаю на дом. Ну, правда, управляем да? Падение. Уроды. Вот вы козлы. Прям, я вам буду. А нас Минс умер опять. Минс сейчас умирающий. Он один пошел. А, ну один, да, сюда мы забирал. Не вздумайся, Салкен, падай, Салкен, падай, падай. Покусите тех, кого мы замажем, на воду с них. Юнгера, пацан, Юнгера. Ёпта, меня фокусы. Где выхил? Ёпта. Я нормально отхил. Фокусите, фокусите Смайла, Смуйла впустите. Чё-то мне никто вообще не захотел помочь с хилом. Блин, когда тебе есть единственный командир, они... Блин, Смайл пашет ещё. Блин, сейчас бы если кто помог, был бы вообще нечестно. Винс, уходи оттуда. Далеко уходишь, Винс. Да, нормально, сейчас доберу машину. Реально не хватает вот модулей. Вот, вот эти вот кучка модулей вообще фигня. Блин, Смайла, блин. Ну, хотя и зенитка, но что-то как-то она не ощущается, если честно. Доберите Смайла. Нужен, вот, нужен прям да. Такой, знаете, этот, как сказать. Нужен такой. Смайла. Прям. Блин, ой, сейчас меня еще умрет. Ну и чё, где Винс умирает, я не могу вот помочь. 1%. И где Котс? Смол уже. Я падаю. Рак, а ты чё? Ну я не мог. Смайл вообще Котсон и валялся. Еду. Я упал, пацаны. Блин, все на контерах должны. Давайте попробуем короче. Подальше от этого места дойти. Слишком уж удобно. Мы можем на другой сторону. Легендарик, ты можешь построить по фасту коптер с дикой, а? Ёп, твою мать. Серьезно? Коптер с зенит? А, Фалткан, мы вместе упали, да, все. Давайте в другую сторону. Блин, мы сейчас слишком до хина гребаем. Мейдей, вижу. Нет, аудиты, блин. Легендарь хреново. Он должен был упасть, Салткен. Нахер ему. Твою мать, я вас хочу ударить. Прям. Вот, знаете, мне вас тоже. Салткен, падай, я тебя схвачу, я тебя поймаю. Твою мать, Салткен, давай. Да. А, вот, да, вот прекрасный план, идти на наземке. Поздно. Наземка это десяточка, да, топчик. Меня быстрее. Поздно, ты упал, Лендер, доберем на мосту. Если бы я не упал, я бы выжил. Нет, ты бы не выжил, если бы не прикрываю. Упал. Но меня сплэшем плазмы задело, вот от этого я и умер. Винс осторожно, ты один. Я тоже один, что мне не поможешь. Я помогу, хилу. Хилю. Легендариум, ты не хиль, ты просто, если идет какой-нибудь дрон, и каутер просто его начинаешь ковырять, и все. Они уже под меня не перестали, вон подставился. Так, блин, так ты это реагируешь на то, что они тебя подставляют? Ой, сейчас конечно мог бы из дома поговорить. Юнгер из башни уходит. А Смайл заходит. А Санкен полудохл. А, ну и Бакен, естественно. Санкен, хотя рис, я с вами находишься. В
Вот лучше килл нет стал, нет, как думаете? Ваша оценочка мне. Так, выгоняю юнгера. Назад. Ну не в ту сторону, Винс. Ладно, хрен с тобой. Вали в ту. Винс, мат, подтайте оттуда, блин. Давай, вали, вон, в сторону входа, к выходу. Класс. О, юнгер умирает. Есть. Самуэл это на мосту. И Смайл. Не добился. Смайл ходы, короче. Легендариум отходи. Я его называю Смол. Есть! Забрали. Так, Сопка рядом. Ага. А сейчас просто не умирайте, Винс, не умирайте. Это тебя в первую очередь касается. Это вот тебя касается, Вахин. Меня тоже. Так, они ушли просто так, кстати, самое твое полезное. Смул хеды вылетает. Легендари ко мне. Для вашего смула бред энергии нет. Как же беру? Нет, не надо. Не надо, не рашки, пресс. Так, меня фокусуют, где? Да Винс-то спасти можно, как Винс. Блин, на меня вылетают. Зенитка, давай работай. Все, легендариум, отходи. Винс, офигеть, ты что творишь, ха-ха, прекрати. Меня фокусят. Ну, легендариум, ты что ты творишь? Юнгер, я что сказал. Так, хилочку. Я просто не дотянул кубка. Блин, юнгер. Вот я могу тебе дать хилочку, а вот ты мне нифига. Обидно. Юнгер там летает настолько опасно. Прикройте меня. Винс, отваливайся. Винс, живи. Салткан ротор. Я просто взял, вышел, почти забрал одного. Они все сразу на меня такие. Ах ты ж, иди сюда. Они плохие. Так, юнгер захиль. А, чё 5-6, чёрт? Кто? Ну, меня кое-кто не захотел хилить, это легендер. Это вот ходячая легенда. Сори. Да ладно, уже поздно. С одной-то хилкой очень поможет хил. Да не одной хилкой. Мы вообще ход опять проиграем. Юнгер летит. Легендариум, ты тоже иногда тришь, ты там полудохлые. Хилочка. Давай, я ловлю. Блин, некому добрать. Вафлин, я ловлю. Чё, я падаю. Я ловлю. Иду. Перевернулся. Так, хилочку. Я поймал, ха-ха. Есть. Берем хорошо. 6-6. Робомистик. Удачный пас, бросок просто. Вот, так меня убивают. Не умирай. Только живи. Кто? Кто умирает? Легендарь, я просто не вижу. Юнгер валит. Юнгера контрим. Максимум демедж у него, просто. Да. Нормально. А, лол, я в топе. Господа, я в топе. Просто царская карточка. Космогаторы 3000.
Понимаете, я вообще не дамажил, дамаг 0. Это чистый хил. Просто Мулгана поймал в полете. Кайф. Да, в премиуме. Фу, в премиуме. Мне вот в протониуме выпал рельса, самая дешевая, самая наихудшая. Радар имени. И электрощиты. Бэшечка, левый. Вот. No comments. Нужно больше коптеров, богу коптеров. У меня был коптер, но я его разобрал. Стенка коптер такой. Как вам мой хил-хил? Хорошо. Сейчас очень хорошо, но главное не расслабляться. Победы заставляют расслабляться. Это просто, это вот просто я заменил одну вещь. Чё, тебя уже заставим, может? И у нас есть еще коптера. Раз, но с ним далеко не проходил. Потому посмотрим, будем мы брать джетпак так, ну, чё, в сегодняшнем прохождении. Сейчас к нам должны прийти, это то, что типа мы такие красавчики. Нет, не приду. Смол хиды на стрейф дронах. Да, уже вижу один дрон. По-моему, они все на стрейф дронах. По крайней мере, эти двое. Двое точно. Но робомистик на той же хрени. Да, Юнгер и Свайл. Но у них там свой личный хил-хил, они еще с щитами. Салфкерна скажет. И они тут все, короче. Так, ребята, так, так, все... так, ну уже, давай, ёкарный бал. Салфкерна, ты щитишь ко мне, видишь, ой, где я? Ой, ребята, прикройте меня. Салфкерна, смотри, где я, вот отсюда играю. Все воздух, короче. А ты что ожидал? Обходит, обходит. Ну, на земке ходит только банки. Давай Юнгера, хорош. Хорош, хорош. Смотрите, что я творю. Мистик, блин, падает. Господи, посмотрите, что я вытворяю. Здравствуйте. О, Кейт, можешь прочитать, пожалуйста, лекцию, почему наземка бесполезна? Наземка не бесполезна в том случае, когда она жирная. Можешь объяснить, почему ватная наземка бесполезна? Ватная наземка бесполезна? Можешь? Потому что это ватная наземка. Хороший ответ на вопрос. Запомните, не ватная наземка это первое мехи, второе это мехи с хп больше, чем 3-1 дяма. Но он пытается превозмогать Вафин, да? Господа, господа, вы только взгляните на стену. Нет, я не про Винс. Вафин, посмотри под себя. Вот кто превозмогает. Превозмогает все. Превозмогает. Вы еще по просу подключите, будет вообще 10 из 10. Вот ты вот на стенке сидишь, а сейчас мог бы захилить. Солнечный круг. И толпа. Да, да. Вокруг. Ты меня правильно понял. Подождите, а чё, тебя с этим ботом не послали, нах? Нет, я просто к вам зашел поздороваться и хочу. Привет. Посиди пока, меня, конечно, это... Как дела? Да, нормально. Пока не идет, да? Винс, прости меня, конечно. Винс, далеко не уходи. Да, Винс, просто должен. Ребят, если идете на землю, два танка, один дамагер, две хилки, все, профит. Пожалуйста. В чем вопрос? Falcon, плес. Ты слишком быстро летишь. Я... Ой, идеально. Давай, встречай. Ну, я хотел Вафина поймать, ну плохо. Так, был бы на леталке, поймал бы. На прочной леталке. А у вас что там, комбинированные леталки? А, у нас тут ватный хилер, хоть какая-то флака. И одноногий пулеметчик. Вот, Салкен, смотри.
смотри, я могу до вас добраться, и не надо мне тут говорить, что я дерьмовый. Я вижу, что ты попытаешься превозмогать, это похвально. Ты не можешь быстренько добраться до Винца, которому нужна помощь. Вот, давай. Кто сказал, смотри. Юнгера фокус. Винц ко мне. Вы уже отхилили. Нет, у Юнгера не отхилили. Меня сейчас отхилили. Я не про Юнгера. Юнгера бить. Да. Так. Султан, он тут похилит. Я вот бегу за Солткеном, не знаю. Давай. А теперь все выгребайтесь из башни, быстро. Уходим, уходим. Легендариум, давай, валим. Ой, мы на Виндикатор. Да. Эй, чё, вышел? Я за Линс. Линс, выходим. Да, мы превозлагаем. Линс, выходим. Так, я скинул нафиг оба мистика, он не нужен. Винце, ты что творишь? Винс прям по лезвию ходит. А вы с кем вообще будете сейчас встретить? С Ватуном Маугана. Где Юнгер? Ой? Да. Понятно. Я вас понял, Хеллгейт. Стой, Хеллгейт стоп. Хеллгейт Лон. А я же могу залезть. О, заковыряли. Норм, заковыряли, чё. А теперь не умираем. Все готовы увидеть эту вот реально хрень. Я сейчас реально сейчас сделаю хрень. Блин, пацаны, мы сейчас просто... На меня фокусят, меня фокусят. Не рашки, ребята, не рашки. Ну не рашки, ну не надо выпускать. Да никто не рашит, там один, там только один. На меня зашли, на меня зашли. Сзади меня. Блин, ходно. О, пука на мистик. Ой, тут еще один. Зафокусим? Винц, давай, я буду помогать. Он его хилит, он его... Ой, энергия кончилась. Ой, все сюда полетели. Винц, отходи, ёкарный бабай, ты куда попёрся? Нормально всё, приходим, бежим. Бегите, глупцы! Голубцы. Голубцы, бегите, глупцы! По мне сейчас просто прошел этот Винс. Второй раз прошел. Просто по мне, знаете, как Фалкан. Вот... Фалкан, ты знаешь, что здесь. Потоптался по мне, знаете, потом, вот как потом, плохо у него какая-то иллюзия. А, нет, так, мистика. Юнгер. Салткен, тут немножко Юнгер прилетел. Подтягивайтесь ко мне, ребят. Давайте уменьшим пыл и просто немножко назад отойдем. Не. Почему? Надо больше пыли. Стрит дроны не говно. Хо. Нужно выманить их сюда. А все, они теперь за камнем мальчат, пацаны. Вы мальчите от рампы, мы надо дальше сразу тащим. Винс, ну ты шо? Винс, назад! Чего реально не хватает, это сока. Ау, больно. Вот это толкалось тихо. Не больно. Вот реально, вместо хил был один хиллер за мной заражен. Вот. Нет, не надо. Вот реально, было вот бы жестко, если бы был сок. Ладно, короче, Инсе, давай, ты делаешь 3-4 фрага. Наливаем. Так, Винс один. Винс один. Винс второй. Ой. И сейчас Винс должен сдохнуть по энергии. Энергии нет. Третий. Четвертый. Отходите, ребята, отходите. Уходите, бегите, плачьте, молитесь. Давайте отход, тактическое отступление. 7-2, вот это мы дали. Ладно, все, держимся вместе. Ладно. Я не знаю. Он еще робомистика заковыряет. И Юнгера.
Один бодрый. Я не знаю как, но мы превозмогаем. Наверное, мы слишком хорошо верим в императора. Да-да, солдкер, ну не надо, а. Давайте все назад отойдем. Давайте назад. Пусть они сами это. Хорош. Солдкер, солдкер, солдкер. Солдкер, иди ко мне, пожалуйста. Солдкер, давай, превозмогаем. Они пошли на мост, пацаны. Блин, они походу не пошли. Чё они творят, а? Они отбиты. Я, кстати, говорю, после этого боя отойду на некоторое время, так что надо будет мешать ему там. Так не разделяемся, Винс, ты один видишь, мы в другую сторону пошли. Да нормально. Ой, ровистик. Писал в чате, когда такой проводистик. Меня фокус, меня фокус. Такая разница, счет 9-3. Они уже не просто думаю, что за, не сделают 6 фрагов за 20 секунд. Секунд, вот именно. Если только они реально, так, то это они начнут нас убивать. Ой, 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 гробовистик как посыпал. Ой, хорош. 10% только 3, 2. Давай, отсчет готов. ГГИ. 18 тысяч. Ну ты наколотил. А, это? Ой, превозмогли-то, а, на полуровне. 13 косарей опыта. Протониум. Ладно. И подъедем, да. Вот, вот как всегда. Вот мне что в протониуме, что в вот реально в деревянном, выпадает одна и та же хрень. Так, я сейчас выйду из игры на какое-то время. Напишите Мауган. User disconnected from your channel. Кто не видел это? Я вообще хотел залезть на мост на этот. Вот, блин. User joined your channel. Вот он, великий рандом. Да, ребята, давайте ставим песенку. Я на солнышке лежу. Я хочу этот. Давайте, давайте просто вот сыграем игру. И давайте все перейдем налево. Да, налево, за первой точкой. Да, 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 гайс налево. Go left. Так, нас двое отлепились, это что за фигня, Винс, Лукен? Нормально, всё хорошо. Нет, всё плохо. Надо всё первую плохо. Точку занять. Нам надо первую точку занять. Ну идите, занимайте первую, мы вторую пойдем. Вот куда вы по-первых? Винс, идем туда. Они ничего не узнают. А можно с вами? Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу с вами, господа. Не надо. Надо, я сказал. Винс, чуть назад. Две неболки чуть назад. Сверху. Этот барабан. Винком. Сверху этот, а не все уже ладно. Их там много, ребят, их там много, очень много. Много. Ой, здесь какой-то крафт, он без пушек, короче, но он прям черепа, прям плохайчик. О, погнали, чё? Погнали на базу, давай. Не-н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 е-
вам падает летающий рейл. Ну бы помощь не помешала бы, потому что они здесь все резают. Иду по мне. Кажется, я не вижу. Так, вот. Вот, на и... Всё, нет, я не вижу. Ладно. Да, блин, там база вообще депоциная была очень. Да, можно было забрать ковид. Салкен, давай, давай, давай. Там есть брак, а ты помирайся. Не-не-не-не, Салкен, сюда, сюда, с грибом. Тебе нравится? А, давай, нет, назад, назад, уходим назад. Давай, попытался спальника, салочка, давай, уходим назад. Салкен? Да, я доживу до того, чтобы гриб забрать. Ладно, уваривай тогда. Там и Сулкан, давай, открывай. Сейчас я вас подберу. Ай-яй-яй, Леджендри. Башню забирают, много забирают, Винкс, если вот прям можешь, беги на нас. На меня, Винкс. Ну куда ты пошел? Ну, сори. Ты же сам сказал, что ты сейчас сосешь. Да, нормально живу. А если бы нет? Не, базу, меня прям поражают ваши ноги, они прям просто, знаете, по мне такие... Прям тартыгин. Давайте фокус базы немножко. Возвращаются. Депать. Да плевать, что они там хотят. Вот, обойдут. Еще одну колонну снять. Эй! Бегу. Изи. 4 минуты, 4,5 минуты. Да изи, нормально. Понимаешь, изи. Все ясно, все. Вы понимаете, что мы вот вчетвером на первых местах? Я не удивлен. Ваша наглость не знает границ. А против рандомов ну и надо понаглее. Играем или надо отписаться? Пока надо к остальным спрашивать, готовы ли они. На этот раз я беру ведро прям. Все к своим попались. Походу будем играть в пати. Давайте налево все. Первую точку брать. Господа, сейчас будет боль, унижение, унижение и боль. Для них да, для меня нет. Для всех да. Нет, только не для меня. Я вам зуб даю, умирать будут все, все, поголовно, просто вдохну кихнуть. Кроме меня. Ага, конечно, кроме вас. Имя. Вон, химера. Давайте не будем льстить друг другу и просто скажем, что вы сдохли теперь.
сверху, видите, сверху за какой-то. Да, видим. Интересно, что он задумал. Там химера. То есть два дробовика на ховер. Ховер? Нет, это что-то другое. Давайте оба признаемся, что я вовремя, да? Вот вовремя. А ты кто? Винс, Винс, это я. Вот Винс. Ну. Ну, давайте признаемся оба, что я вовремя. Башенка. Прикрываю. Dark Armor сверху хочет заходить. Солкен уходим. Да, уплотило, конечно, меня окружает. Ратон. Ташен, ты минус, а я, кажется, тоже, ребят. Ай, ёп. Ой, лагает. Кто минус? Я не увидел. Минус. А, всё, вижу. Ай, ёж, и ноги. К нам заходят слева. Ребят, вы готовы? Мы играем. Мы уже играем. А вы с кем играете? Так, с Платоном, по-моему, первым. Брюханов, архитектор, Dark Armor, Легион. Винс, живи, живи. О, все живите. Просто мои очки опыта. Нет! Нет! Хотя бы Винс. Винс, ко мне. Иди сюда. Вот три. Три. Просто три лоу очки. Вот максимально остановишь, конечно. Мои просто вот мои очки счастья. Сейчас бы мой первое мое место. Ай, блин, вот вы козлы. Сам такой. Легион снизу. Пошлите другого товарка. Винс пошел в соло. Будем прикрывать? Можем. Прям я через них пойду. Давай, я прикрою тебя. Сверху, кто-то сверху есть. Ну там не что.
Винс, я иду к тебе. Давай, все, пошли. Вперед. Там резнулся один. Ну, такие. Те. Топите, господин. Ебан. Вы что, ворчите опять? Плохо очень сейчас было. Было? В смысле было? Вы вообще-то вот у ХП? Как-никак. Ну, меня чуть не забрали. Там еще один. Кстати говоря, вот, что хотел сказать, что не забрали. Смотри, сейчас Soul Kent умирает. Вышка. Умирает Soul Kent, но он не хочет ко мне подойти, поэтому он умирает. Может, не выгодно. И все равно я его пытался держать. Вот посмотри на ховер Dark Armor. Вот это прочность. Я знаю, что у меня, я знаю. Понимаете, он внутри, вот, внутри там ничего, там внутри, тот просто трассит. Вот этот вот жир, вот этот вот большой комок в середине. Это трастер. Понимаете, для меня как бы нету таких вот моментов, чтобы прям таки я был на ховере, да еще и жирным. Нет, для меня ховер это быстрая хрень, но не жирная. Никак не жирная. Она жирная не может. Вот для меня жирности нет. На ховере не должно быть жирности. Если там есть... А вообще крафт должен быть сутки на самом деле, чтобы с первого подбода не развалился. Что там? Вот вы видите, у него конструкция. Вот реально, у него конструкция реально самая вот наихудшая, наверное. Кого? У моего ховера. Вот реально, любое попадание и все. Единственное, что его держит, это вот реально расположение самих ховеров. Ну, у тебя кубов, что ли, нету? Или чего, я не понимаю, что ты его потолще сделаешь-то? У меня нет ЦПУ. У меня всего 120 какой-то там уровень. Да, у меня среди. Есть, у меня ХП нет. Да, давайте друг друга кинуть, это конечно, вот, прям. Так, иду к вам. Ай не добрал, вот ты тут какашка. Ай. Не успел, прям. Вот видите, просто жопа разваливается на раз-два. Меня единственное спасает то, что вот в любой ситуации я еду вперед. Я могу им управлять. Хоть у меня пол жопы не будет. Я могу при любом раскладе просто вот вперед, значит, еще и управлять. Ну хорошо. Зашло. Тащер. Хотя мы с этими уже синхронно. Сколько у нас еще тренер будет идти, спроси. А вот это уже интересно. Давайте вы будете пушечным мясом, а я буду хилом. Нет, спасибо, давай ты будешь, короче, пушечным мясом, а мы будем хилем. Хилами, хотя у нас не выхилами. Нет, я хочу, чтобы вы мне побольше очков подсыпали. Потому что мне... Ну жирно же, ну. За то, что вы дохнули. Хочешь пушечное мясо, обращайся к рандому. Да, я... Мы не особо умеем играть роль пушечного мяса, сам понимаешь. Вот, не могу сказать то, что мы Винсе. Да,
просто не говорит, когда идет соло. А я им был соло всегда. Вон, да, Кармуров Химера. Ну вот, вот сейчас вот, ну, чему вы не просили? Вот великий рандом, вот грёбаный великий рандом. Я прям даже хилить его не хочу, пошёл он в жопу. Козёл, вот не дал вас захилить и всё, и пошёл дрявый. Вот и меня забрали за ним. Просто встал над вами, и я ничего не смог сделать. О, великий рандом, сука. Прям хочу затоптать его. Оттай его, оттай быстрее. Заклевать, затоптать, просто изнасиловать. О, наконец-то, кстати, не рандом. Что-то они реально дохнут как мы. Ну, стоп. В меня сейчас столько внесено, там. Я просто шучу. И я просто спокойненько. У меня 50% КП. А я, знаете, я такой спокойненький. Так как это происходит? Твою мать. Так, а вы там вообще кивы? Да, есть немного. Знаете, я как-то один против семи не очень. Один против семи. О, Солтен, я вижу, ты дох. Вот, побудь немножко еще дох. А у меня немножко лагает очень сильно. Немножко очень сильно? Да. Винс, нет. Нет, серьезно, Винс. Ты такой low HP, идешь дальше и идешь. Бесконечно. Да. И это не есть хорошо, понимаешь? Нормально. Вот, понимаешь, вот сейчас из-за тебя, скорее всего, я сдох. Вот, не факт, но есть шанс, я кину лапу. Да ёж мать вашу. А между прочим, всё ты виноват. Ой, я же, я вот за топор попёрся, за лоу HP, вот почему ты не мог просто подойти ко мне? Здравствуй, захиль меня, и всё. Спасибо, нет. Ну знаешь, ты бы на этой половине больше пригодился бы, чем за Винса. Если ты так бомбишь. Знаю, потому что у нас тут две точки, между прочим, захватить надо. Но я не знаю, что вы там делаете. Вот, я бы сразу захватил бы эти обе точки. Еще надо приглядывать за базу. На хил. Понимаете, все, нет, что? Давайте лево запухнем. Ну ёп. Что вы там сказали? Лагает. Меня решают убрать, потому что вот я не очень прошутил. И в итоге у меня остается нифига из хилов. У меня нет просто хилов, чтобы вас захилить и сам я умираю. I'm sorry, Солкин. Прочно. Ничего прочного, да? Не, это мы проиграем, скорее всего, потому что уже их уровень выше, чем наш. У них уже есть 13, а у нас только 10. Что этот уровень значит? Ну, всё. Урон, скорость, все такое. Вот играли в Dota 2? Да. Нет? Да. Вот так же уровень там, как здесь. Это все характеристики, да, только здесь еще и скорость.
орбиты пошел. Химера идет из рвоша. Что-то меня вообще поедет. А, легендариум крафтился. Кайф. Короче, изи. Рандома зафармили хера. Вообще по кайфу. Что произошло? Что-то кто-то вылетел. А, место. Винс, что за фигня? Давай назад, назад, назад. Двигай, двигай назад. У тебя S не работает или чё? Или ты его просто выкинул, знаешь, такой в гон, такой шуф, выкинул сразу же. Такой, знаешь, играл, думает. Нет хода назад просто. У тебя, наверное, такая история, да, Винс? Винс, тихо, действительно. Disconnected from your channel. Your little fusion tower is under attack. The plutonium reactor is under attack. So, Ken. User joined your channel. Hello. Hello. А, вот, все, слышу. Нет, это резко красный. Ты меня слышал, нет? Да, да, слышу. И чё, как? Какова у тебя история? Какая история? Ну, то есть ты меня слышал, да? Не, я не слышал, я спрашивал, все что-то молчали, это призывает это. За историю. А, короче, вот почему ты никогда не уходишь назад? Ну, привычка растет вперед. То есть у тебя типа нет кнопки S, да? То есть вот этой вот. И S вот это вот. Да, да, нет. Ни стрелочки назад, нет. То есть ты как больной ублюдок во всех играх такой, ааа, аллилуйя, да? Да. Только так. Эх, чё. Это плохо, я скажу. И смотрите, я так вальяжно заезжаю вперёд. Дамаг. А, да. Хил, вот смотрите, вот самый лучший хил. У кого, вот, скажите. У меня 288. У меня 8000. А? Не знаю, кого это. А? Полная тима наша, походу. О! Все видели эту печаль, обиду? Охереть! И у нас на первом плане, видели как? Вот понимаете, да, всю боль, отчаяние и печаль. Сейчас это будет такая жопа, реально. Вся может быть заляжена. Да бляха, да. Да это перебор, ну нахер, понимаю, пацаны. Нормально, превозмогай, верь в императора. Понимаете, да, я конечно понимаю, что рандом уроды в шоке, и что они вообще не будут. Брюхану, давай с нами. Блин, я не смог, блядь, я с ними вместе.
Ну хотя у них нету воздуха, так что я буду вообще безнаказанно проникать по этим вот путям окольным. И на базу. Оба. Нифига, там надо сделать. Кто-то уже к нам заходит на этот, на левую сторону. Не знаю, у рандомов, наверное, волосы все выпали. Да бляха, да как они? О. Мы еще убиваем, представляете? Хеллгейт, пидор. У него очень жирный мех, наверное, один из самых жирных мехов в современной мете. Хеллгейт, пидорас, а? Архитектор, ты че, вообще никогда? У меня горит. Хеллгейт просто умный сильный. Ладно. Я ему страху свою спалил, а он... Он берет и бьет меня. Контрит. А все. Ну хватит. Ребят, делай ничего не будет. Они четвером на меня одного отвлеклись. Блин, я базу не добрал, не знаю. У нас сейчас, кстати, сколько платунов-то? Мы вот именно, мы вот со всеми платунами и как бы вот реально жизнь. Архитектор, уходи ко мне. Я свалил, что ли? Ко мне, давай ко мне. Да я не смогу, не волнуйся, просто забей на меня, я умираю, 100%. Забей. Не факт. Да ну нахуй, я тебе делать не перехил. Давай, ко мне, архитектор. У меня блин КД. Да плевать, я рядом. Ладно, короче, все, я начинаю отстреливаться. Ага, там два хила, я понял. Да плевать, просто давай, за мной, двигай. Потихонечку давай за мной. Так, можете прекратить меня, сзади меня этот толпа бежит. Мэйдэй. Так, я присел, потому что ног нету. Салкен, иду. Бля, козов. Мне очень повезло. Скатился. О. Алексей, не надо так лезть резко. Да я убил там бы завтра. Блинка не было, как я понимаю, да? А, я понял Юнгера. Юнгер, короче, аж патоник терроризирует активно. Ну я его потерроризирую, не проблема. Оба. Так, сейчас я переворачиваюсь. Ёптерный театр. Они такие жирные, они не могут быть. Жир мешает. Толкен, давай, держи. Оп. Бля, мистик опять заспавнился, а? Я опять труп. Не, невозможно. Пацанчики жесткие. Да блин. Назад, Толкен, ну нет, в ту сторону ты идешь.
Мостом надо добивать, не. Офигеть, у меня сейчас просто одна хилочка есть. Кидай. Да, куда вы уходите на базу? Я мог бы вас закинуть, но продолжили бы бой. Апчхи! Здорово. Спасибо. Самое главное, не будьте здоров, а здоровы будьте. Чай есть мясо. О! Калгит превозмогает, чтобы надрать задницу. Скажите, я скажу? Рашер наш. И чё, кто там говорил то, что мой хил, вот, говёный, всего вот половину откусили, и я всё ещё живу. Нормально, уже все. Ну, один зал. Нет, в том плане, что это. Не, это понятно, что он это такой. В плане того, что он это. Так. Да это всего лишь, да, если тебя ловит, минимальный уровень, не хватит. Ну, кстати, довольно это, плотен. В плане того, что у него есть много-много щитов. Мне, кстати, такой же дрон, который у меня летает, у меня есть там 4 топовые хилки бустера и 5 зеленых. Все, собственно, в таком же экземпляре. Кто пушек нет, конечно. Там реально уже нет. Вот если вы заметите сосиску в середине, это просто внутри трасти. Вот эта вот серединочка, да, вот эта вот сосиска. Это трастер. Один. Чё завалим? Вообще собирается конфигурироваться как? Собрали что ли в одну комнату хотя бы? Что они там делают? Они смогут выиграть эту игру за... Кстати, нельзя. Они же могут выиграть игру за секунду. Они просто могут взять, зарашить, скооперировать и все. Что они творят? Нельзя это сделать. Почему? Правила запрещают. Какие правила запрещают? Ты чего? Ну, как бы, Молдан говорит, что нельзя этого делать. Но они когда мы вообще, я бы на их месте как бы собрался вот в плане того, что прям вот прям 5 в одной стороне, 5 в другой, пошел барахтаться в двух сторонах. Ну так, а что это мешает сделать? Понимаешь, кроме TeamSpeak, у них есть еще чат игровой. Архитер, ты рад? Вижу, хорошо. Под хил можно? Ребят. Не вижу тебя. Не очень хотят убить. Сталкен, давай. Сука, не хватило. Не, не вижу. Ой, 40 секунд респаун. Это вообще печать, конечно. Сейчас возьму базу.
Диверсия такая, никакая. Сколько набил-то? Хоть я одну палочку спилил? Верхнюю башню, блядь. А, нашу возьми. Верхнюю башню. Мы тоже будем не отпавать, это мы пойдем. Да, сливайся, с бармой. Я сейчас был как бешеный суицидник, реально просто летал. А, тебя Маук долбит. Обида. У нас Юнгер, Юнгер на базе. Вот они, все, они все на базе. Походу они скомпилировали. Все, изи. Изначально. Это было изначально без шансов. Блин, и все равно я на втором месте. Твою мать, спасибо. Так, смотри. Никаин, что я предлагаю? Сурикан будет направляющим, ты за ним стоишь, потому что он самый жирный. Я буду слева, а Селфкен справа, то есть мы будем образовать плотный строй. Короче, три дома, я один хил, другой из команды. Все, пошли, потихоньку. Дела фокусим. Много отметил. Давайте назад. Вот я терпила. Юнгера. Вот это найс, это мне понравилось, ребят. Классно сыграли. Так, эту зали 7. Юнгера! Добью. Меня в 50.
По ногам, по ногам! Перекан, идем. Перекан, что туда, держи, держи, держись. Ну, наконец-то. Ник, где мы? Все перевернул. У них ни дэмэджа, ни выхила. Флаг. Вопрос к Максиму. Флакс. Ой. Я упал лицом вниз. Ну у них опять кого-то. Меняй, меняй фокусят, меняй фокусят. У них просто нет дэмэджа. Они даже пробить ничего не носят. Серьезно, первые хилки они не могут пробить. Они-то первые даже не могут пробить. У них только Максим дамажит, понимаешь? Ну, еще этот... Легион пытается, да. Декана в пользу ползает по земле. Ну я понимаю, но все равно это забавно выглядит. Меня фокусят. Меня фокусят. Ой, сорян. Мы тебя троллили. Ребят, давай, давай сейчас, она сейчас вообще не включит. Блин, один проект, ну, блядь, да. Да, да. Думал я уже, что 20-0 будет, нет. Ну? Ну, это такой самый нормальный бой. Да нет, это геч. Нормально. Нас бы хила хватает даже когда мы без хила нашего основного, то есть ну совсем вот прям без урона. Просто вот положись кирпич на ЛКМ. Вяло так ходить просто. В такие моменты я жалею просто, что дробовики не взял. Давайте забирайте мобайл. Так, все. Все хорошо. А, нет. Он не будет забрать. То, что я тут знаю. Тут как? Давай юнгера просто вынесем. Блин, я Мауган от фокуса уже. О, юнгера так, юнгера. Сейчас
подъем просто, и все будет отлично. Вот и все. Просто обмазываться кровью и черепами. Да. Боже, на сосисток. Так у них этот, как его? User left your channel. Вот самолет, когда дрон упал. Только извините. Ну чё, вы теперь уйдите, да? Так, Минздрав... Против нас Минздрав России. Ну давайте тоже с тротой, да? То есть, ну, это у нас да, Сырка да, да, управляющий. Все, идем рашем. Давайте попробуем под мостом в этот раз. Да, возможно, сейчас будет тут пора поравнить силу. Может, они дымали, наверное, набрали. Нет, они нам за их. Что, он подключит? А вон листик один там. Добейте Стабурханов. Да его 2 килограмма. Ну ладно. Ой, блин. Хил! Сорян, не успел. Я тебя не увидел вообще. Ребят, слишком опровень, чего пошли в атаку. Да. Юнгера, Юнгера, блин, домашний, нахрена на все остальные. Юнгер главный говнюк. А что, не так что ли? Он просто смешно сказал. Ай, блин. Так, не ел уже, у меня 30. Давайте это отступим. Чё мы умираем по КД? Отступись, Сурика. То, что ты жирный, это чё не что ты бессмертный? Блин. Сорян, я на Сурикан смотрел, это чё? Да, сейчас мы собрать сделаем, конечно. Да юнкера просто дамажить надо. Да он там сзади них всех куда ну, нормально, я его дамажу вроде. Меня хоть хотят? Максима убить. Всё, окружили. Зачем Максима бить? У него 3 ляма хп, ты его бить будешь здесь всю жизнь, блин. Так, всё. А, ковыренно.